общественники. Вот из-за таких тоже происходит, что в Беларуси. Понимаете? Нет. Вы меня предупредить на первый раз должны. А там нету предупреждения. Мы вас предупреждали. Вы враги России. Да, вы вот. Потому Путина что провоцируют. Вы не за Путина. А вы врун. Понимаете? А вы врун. Вы врун. Где-то аварии случаются. Где-то люди лежат. А вы воруете. Должны выезжать. Они приехали за ДТП. Несвойственным им делом. Потому что вы нарушитель. Понимаете? Поэтому они сюда приехали. Да, вас оформят. Вы думаете, они играют дело? Здесь? Вот есть охрана. Вот они охрана не занимается ДТП. Охрана не занимается. Вот они должны следить, где куда ставить. Да, новые ПДД придумали? Машин. Да вы новое ПДД придумали, да? Я не придумал новое ПДД. А зачем вы доживите до моих лет. Да. И наберитесь ума, как я. Здрасте, а вы являетесь инвалидом? Да потом дома тащи. Я потащу. А вы являетесь инвалидом? А я не болею ничем. Не болеешь да. ничем? Она тебя не распространяет? Не, не да? распространяется. Почему все люди ходят в масках? А потому что понимаешь? Болеют, наверное. Это ты терпила. Да. А ты кто? Сам носит и сам терпила. Не, ну он прав, ребят. Не, на улице маску не положено носить. Это в здании. Вот вы подошли. За этого никто не штрафует. Где не полтора? Ну вот ты стоишь. Полтора метра. Полтора метра. А вы являетесь инвалидом? Да. Ну покажите документы инспектору. Инспектору документы покажите. Давай. Сань, ты перекрой, чтобы потом не уехал. Значка нету, что является инвалидом. Покажите инспектору. Да отвяжись, говорю, от меня. Товарищ инспектор, подойдите сюда. Сейчас проверим. Говорит, якобы является инвалидом. Он что-то кричит. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему он без маски ходит? На улице без можно маски, без маски. Ходит? Товарищ инспектор, гвардии старший лейтенант. И лезет прямо в лицо. Кто лезет? Понимаете? Общественники. Вот из-за таких тоже происходит, что в Беларуси. Понимаете? Нет. Вы меня предупредить на первый раз должны. А там нету предупреждения. Мы вас предупреждали. Вот так, ну да. Вру. Взрослый человек. Ну да. Взрослые люди обманывают граждан. Ну да. Я тоже подумал, что действительно инвалид. Инспектора пригласил. Как же вот дети, которые рядом, они тоже учат врать, наверное. Обиделся еще, говорит. Почему вы без маски на улице? На улице нужна маска? Нет. Вот. Можно на минутку? Да. А вот у меня есть жена инвалид, я могу? Мы есть документы? У нее все есть. Да. Ну, только она значок есть. Вот значок не продается, никак не купит. Поэтому и спросить. Ну, поставьте туда. Не, я мимо уезжаю. Ну да, да, можно. Можно. Да. Можно. И это можете значок получить, где справку получали. Там дают бесплатно. Для перевозки инвалидов да. можно. Не, ну если не будет значка, то есть, можно. Удостоверение имеется, то все нормально. Так.
Я не думал, что такой человек взрослый может так взрывным оказаться. Ну да. Чего не надеялись? Ну, сейчас будет оформлен на 5000 рублей. А где он? Ну, ушел вот. Отдал документы и пошел в магазин. Понятно. Ну вот люди привыкли в масках и на улице, и в магазинах, и дома, наверное. Мы дышим углекислым газом. Ну да, а вот он еще, да, водитель? Ну, хромает. Прихрамывает. А там, по-моему, есть, да, или нету? Да, дяденька, удивил меня, вот что-то. Непонятно. Ну ладно. Инспектора показания-то. Ну да, удивил. Я инвалид. Ну не может же такой человек врать. А вот он собрал, оказывается. Ну да. Так, там у инспекторов очередь. Сколько там? 3 человека, по-моему, да? Я сюда 2 экипажа минимум надо. Ну да. А, это, наверное, водитель на оформление. Не знаю. Так, вон еще. Так. Так, инспектор пошел проверять. А он на газели подъехал. Пошли, Сань. Не замечают знаки. Ну да, не увидел знак. Не увидел. О, глянь, опять. Товарищ инспектор, второй раз, давайте его оформим. Стой, стой, стой. Стой, стой. Второй раз нарушил для оформления. Второй раз вы припарковались. Второй раз вы припарковались. Не видел знак, что ты меня похож. Он не увидел знак. Он отъедет и все. Не, он отъехал, он второй раз. Он стоял. Он стоял. Перед машиной стоял. Хочешь, я тебе ударю, да, что ли? Он тебя просит убрать. Зачем ты кричишь? Второй раз нарушили. Хочу его ударить, потому что вы вышли. Стоял и здесь скажет. Давай для его оформим. Он ушел. Переставляй машину. Он вышел с машины. Это уже нарушение. Второй раз было нарушение. Перестань ты. Там, Сань, пойди предупреди, там машина припарковалась. Я вам говорю, здесь можно машину остановить? Вы уже остановили ее. Я не остановил, вышли с машины. Какой машины? Это почему? Вырубаться? Нет. Я вам сказал, давай машинку мне. Машину поставить. Что я вам? Вы сейчас там поставите, там так же нарушение. А куда можно машину? Вот, где знаков нет.
Мужчина, не мешайте нам, не мешайте нам. Мы перед вами отчитываемся. Понимаете? Вы же безобразники просто. Провоцируете людей и настраиваете против власти. На что, на нарушение провоцируем, да? Знаю, знаю я вас. Вы провокаторы. Это вы провокаторы на нарушение ПДД. Враги России. Понимаете? Враги России. Понял. А вы друзья. А вы друзья врагов. Я ее защищал на всякий случай. И лет мне, знаете сколько. Понимаете? И врать вам вас научили. Кто вы такие, чтобы я вам рассказывал? Что вы? Так, не пристегнуты. Объясняйте, почему он без маски ходит? Потому что он на улице. Видите, улица. А почему вы в маске? Вы болеете, да? Вы болеете. Я провокатор. А вы ростовские провокаторы. Вы враги России. Вы против... А вы не любите Россию, да? Вы против Путина. Вы поднимаете и возмущаете народ. Путин наш президент, мы его любим. Мы Путина любим, а вот вы вот не любите Путина. Вы враги России. Вы выложи на свой сайт. Вы не провоцируете. Выложи, конечно. Может, еще кто-то одумается. Вы деньги зарабатываете. Вот, друзья, враг России. Вы враги России. Да, вот. Потому что провоцируете. Вы не за Путина. А вы врун. Понимаете? А вы врун. Вы врун. Где-то аварии случаются. Где-то люди лежат. А вы врете. Должны выезжать. Они приехали в ДТП. Несвойственным им делом. Потому что вы нарушитель. Понимаете? Поэтому они сюда приехали. Да, вас оформят. Вы думаете, они играют здесь? Вот есть охрана. Вот они охрана не занимается ДТП. Охрана не занимается. Вот они должны следить, где куда ставить. Да, новые ПДД придумали. Машин. Да вы новое ПДД придумали, да? Я не придумал новое ПДД. А зачем вы доживите до моих лет. Да. И наберитесь ума, как я. И да, мы в отличие от вас не воруны. Русский народ не провоцируйте. Угу. А вы наш русский народ не провоцируйте. Вы знаете, ребята, вы, наверное, деньги не за Путина. Зарабатываете таким макаром. Угу. Разве это справедливо? На вас, на вас. На нас? Да, правильно. На нас. Угу. А, вот тебе радостно, да, тебе? Угу. После штрафа не будете больше нарушать, надеюсь. Пошли. Кто там? Путина приплел. Ну да, всех какой-то приплел. Неадекватный вообще. Да, кто-то не любит. Вот. Так, а это у нас стояла, да, машина? Таким, вот таким вот путем он пытается уйти от ответственности. А он никак не уйдет. Ну да. Никаким образом. Так, инспектор охраняет нарушительницу. Путина. Мы Путина обожаем. Ну да, наш президент Путин. А он Путин. Говорит, что мы его не любим. Так, вот он еще один. Сейчас проверим. Является ли инвалидом или нет. Здрасте, ваша машина? Ваша машина? А? А вы являетесь инвалидом? Здесь подходит. А что случается с инвалидом? Я в чем? Тут инвалиды-то есть, что ли? Что? А что-то показывали? Есть водные знаки. А знаешь, почему туда смотришь? Если здесь 20 метров. Да ладно, давай я отъеду. Да ладно, как метр. А показывает, что... Я же не вижу, пусть поставить нормально. Тогда к администрации. Я могу обратиться. Нормально, чтобы люди видели, куда это все. Нас не делают. Тоже не знаю. Вот это разве видно? Она видно. Так, это не является инвалидом. Не, покажи. Машину уберите. Вот, приехали показывать.
фонарь. Видно, что видно. Да пусть поворачивай. Давайте, туда, идите сюда, покажем. Зачем я оттуда? А вы как ехали? Я что, оттуда ехал? Откуда вы? Я оттуда ехал. Вот они, видите знаки? Я вот. Не оттуда, вот оттуда ехал. Ну вот тоже знаки, везде. Да ладно, перестаньте, ради бога, херни страдать. Как мне папа, да? На парковке для инвалидов. Знаки, видите, тут стоят. Да какой знак? Ты сам видишь, откуда едет? И там стоит знак в ту сторону, показывает. Да, вот какой, знак, какой? Вот знак. Вот сейчас оттуда едешь, видишь ты его? Там видно знак? Нет, вот, ты вот. Это видишь? Оттуда едете, вот знак. Где? Вот он. Видишь? Пойдемте, я вам покажу. Надо мне показывать, ты это видишь? Этот покажи, знак в ту сторону покажи. Показывает, тут знак в эту сторону. Со всех сторон видишь. Со всех сторон покрасить здесь, жалоба туда. В октябре будет покраска. Где ты видишь этот знак? Скажи, вот оттуда ты видишь. Ты видишь этот знак? А где твой знак? Вот что там стоит на красную сторону. Ты кого снимаешь? Ты будешь твой урод, блядь. Не матерись. Сейчас я тебе ебану. Не матерись, 20.1. Будешь материться 20.1 на 15 суток уедешь. А можно объясните, пожалуйста, зачем столько инвалидных мест, если инвалид раз в неделю приезжает? Ты кто такой вообще? А ты кто такой? Поправим молиться место, блядь. Вы можете объяснить? Александр, где работаешь? Нет объяснений, да? Да. Объяснений нет в этом? Зачем столько инвалидных мест? Ко мне обратились. Если сделаете два... Да чтобы бабки зарабатывать столько мест. У инвалидных, ну зачем столько делать? А что снимаем? Сейчас в камере сломаю. 20.1, мужчина, сейчас вы поедете на 15 суток в отдел. Я хуею, сейчас ебучу твой рот. Все. Товарищ инспектор. Задержите гражданина 20.1, я его предупреждал. Какого будет... именно? А вот, вот это, матерился. Подойди, командир сам. Командир, я подойду сам. Я вас предупреждал, камеру, будете камеру, материться 20.1, поедете на 15 суток. Никто не поедет отсюда на 15 суток. Никто тебе не угрожал, тебе никто не поедет. Вы матерились, материться нельзя. Никто тебе, где знак, покажи мне инвалидский, где? Где? Вот, покажи, пожалуйста. Везде. Покажи. Покажи, командир, где инвалидский здесь? Где? Идемте, пожалуйста. Где? Меня можно. А не ругайся, пожалуйста. Ну зачем это инвалидский? Зачем это инвалидский? Так. В общем, как-то так вот, друзья. Тебя обратно? А вы как? Гражданин. Обыкновенно, как мы, гражданин. Вот расскажите мне, чтобы стать общественником, что нужно? Совесть надо иметь. И что дальше? У меня есть совесть. Вот водоканал мне не делает. И не нарушать законы. Есть совесть. Не снимай, ну говори. Да пускай снимает, ради бога. И как быть? Вот общественник, кому? Вот люди, вам инвалиды пожаловались, а у меня, допустим, водопровод. Есть общественник, который вот водопроводом? Вот ты не разберись тогда. Я нет, подожди. Не, подожди. Нет. Человек? Да, нужен человек, который бы помог вот по водопроводу. Ищите в интернете таких, кто помогает. А ты что, общественный же этот? Не, а он по инвалидам, наверное. По инвалидам, да. Именно по инвалидам? Именно по инвалидам. А вы решили? Тоже инвалиды? А? На 15 суток. Ну, сейчас будет на него заявление написано. А из-за чего? Он матерился. А, из-за мамы. Да, мы предупреждали его. Напишем, да, заявление? А? Я просто по глазам вижу, что вы наш. И вы по моим глазам видите, да? Что я ваш. Вы поняли. Я почему? Вы за нас, да? За нас, да? Не, ну я помню. Вы наш. Объяснить. Хай мечен, то есть машта ягав. Я просто вот вы поняли. Я поэтому. Я увидел глаза. Это не... Ну, то есть разница большая. Я просто не могу понять. Грехи, поэтому... Да нет, я спокоен. Вон моя машина. Я знаю, что такое вот тот столбик. Да. Но я знаете почему? Потому что я боюсь, что кто-то проедет. Что, давай заявление на него. Сфотографируют, и я заплачу. Никто не смотрит эти бумаги. Вы хотите сказать, здесь нету этого? Нет, здесь этого нету. Милиция не... Нет, это полиция не... Они сами без нас не работают. А я знаю, что штрафуют от вас. У меня машину на Пушкинской неправильно поставил. А на Пушкинской, 5 тысяч, да. Алис, а забрали, там, увезли. Специально лицензированный автомобиль. У него здесь программа, не проезжают. Они имеют все право, а так по бумажке. Может, это не вы ставили?
понимаете? А там, когда автоматическая камера, они имеют право в этом режиме штрафовать собственника, не водителя, а собственника. А вообще закон запрещает выписывать постановление. Нет, я не ставлю. У меня отец инвалид, вы поняли. Да, я уважаю эти вещи, но я понимаю, что я иногда попадаю, особенно когда на Горького растительность вот так, и знак стоит вот так, он там спрятан. И я хотел поставить. Я его не видел, потому что я двойную сплошную пересек и вот так проехал. Я бы тоже им сказал, спилите ваши елки. А, ну да, 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 прикрывайте знак. Но все равно оттуда они ехали, видели, вот знак стоит. Я понимаю, но понимаете, как бы я это не нарушил, только из-за того, что я боюсь сумму. Я знаю, какая сумма. Ну вы поняли, я о чем. А разметку в октябре обещали сделать. А за общественников я не знал. Разметку сделаем, тогда я можешь свою камеру прийти. Разметки нет, вы чем? Я не знаю. Мы на знаке ориентируемся. Это разметка? Это стертая разметка. Мы на знаке ориентируемся. Видно это, что не это? Не видно ее. Ну а что ты хочешь от человека? Ладно, давайте, я вам сейчас скажу итог, подведу и уйду. Путин и добивается того, чтобы мы все друг друга поубивали. Ну это не с этим связано. Не-не-не, я вообще вот куда не влезь, какое русло. Это я знаю, но в этом вот варианте там... не то. Не, ну понимаете, ну я вас поддерживаю, потому что я знаю. А есть кто не знает. А есть тот, которым говорят, вот тут не ставь. Он ставит вот там и пошел в магазин. Его вон охранник говорит, да убери машину, он говорит, иди нахуй. Я а разметку в октябре обещали. Вот там бумага у них лежит, они обещали, сами вот написали. Вот бы разметка, октябрь. Ведь с тобой никто здесь не ссорился. Да, да мы с вами не ссоримся. Не знак, знак, ты знак тоже неправильно стоит. Я думаю, для безопасности. Ладно, стоит. Удачи, терпения всем. Это можно еще недели две разговаривать. Давайте, что? Удачи. Да, пошли, Саня. Если бы водители сами не требуют в эту пошли. Мы требуем. Ты же ходишь. Ну что, вы будете извиняться или заявление напишем? То, что вы... Не, то, что вы матерились. То, что вы матерились. Ты понимаешь, нервы это. А это, блядь, что знака нету, вы неправильно. Ну вы извиняетесь, да, то, что матерились. Ты просто неправильно сделал это. Знак где? Не, то, что вы матерились. Не, вы сами, послушай сюда. Где знак? Вы с какого вообще? С какого отдела вообще? Не с какого. А с какого? Откуда вообще? Не откуда. Откуда? Просто люди. Какие люди? Обычно. Какие обычно? Ну, обычные люди. Ну, какие обычные как люди? Как все. Кто вам право дал? Дайте что-нибудь, такое постановление. Какое постановление? Постановили, что нельзя стать здесь. Ну, знаки, вы понимаете, знаки. Вот. Бейте 12-19, часть 2. Сейчас я вызову безопасность. Если она видна была, я бы не стал. Ты видел, как, откуда мы заехали? Я не видел. Вот оттуда. Оттуда, да. Оттуда вот ты заехал и стал здесь. Это там, вот. Сюда. Видишь? Есть? Нету. А вот там когда есть? Поставили? Потому что я не заехал. Вот туда. Когда поставили, оттуда она не видно. И поэтому и я заехал. Никто с вами сюда. Ссорить не будет, спорить не будет. Виноват, знаешь кто? Они. Пусть делают. Я узнаю. А мы попадаем почему? Мы что, уже сказали. Бумажку я даже не видел. Вот это сфоткай. Вот это снимай, что нету тут. Да, вот. Вот. Где тут разметка? Вот, а знаки вот стоят. Где это знаки? Почему я попадаю? Там знак даже поломали. Он был там. Мне ехать, я вот так заехал. Вон оттуда мы заехали. Зачем? Где ты видишь, как я должен видеть этот или этот? Скажи мне. Ну потом в суде обжалуйте, если суд примет во внимание. Вот эти вот, тут знака нету. Ты свое грязное дело сделал, мы должны разобрать. Оно не грязное дело. А это грязное дело. Потому что... Здесь не снимай меня, а? Да никто не снимает. А вы не провоцируйтесь. Слышишь? Он боится, что вы на него нападете. Да. Мне нахрен он не нужен, бля. Ну, поэтому... хотел... А вы не материтесь, а то заявление я будет написано. Вы материтесь, нарушаете общественный порядок. Какой порядок я нарушаю? Материтесь. В общественном месте. Где? 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 Был мат. Есть был дети? Мат, Сань. Дети есть? Я материса? Вы материтесь. Уверен, на камеру. Здесь покажи люди мне, где ходят. Я покажу, если надо. Если не докажешь, а если докажу? У тебя может быть проблема. Угу. Я вообще-то не имею привычки материться. Да, это ну знал. Бывает, да. В общем, как-то так. Сколько времени?
Три. Сейчас еще немного. Так, вон еще, да? Вон еще, да? Было бы хорошо. Вон еще, да? Подошли. А? А вон еще, товарищ инспектор. А вон еще машина. Вот. Пойдите, посмотрите на инвалида. Так, это инвалид. Так, там остается один автомобиль. Вот это, где? Да уже говорили, написали. Не, зачем тогда вы снимаете? Проблем создаются людям. Вот где разметка? Покажите мне разметку. Покажи сюда, покажи мне здесь разметку. Это инвалидное место? Вон он знак стоит. Нет. Я не знаю, это знак куда показывать. Ну, здесь покажи мне. Пошлите покажем. Не, вот здесь покажи. Пошлите покажем. Не, ты покажи здесь разметку. Ой, вот он знак, везде где? Знаки. Где тут инвалидное место? Где должен быть размет? Покажи здесь. Поехали, нету ее, мы уже согласились. Вы больше не будете, да, материться? Давай, занимайтесь своими делами. Всего доброго, не нарушайте, пожалуйста. Да. Занимайтесь. Хорошо. Не снимайте, Боже, зачем провоцировать? Да не, никто ну вы не матерились. Зачем нам не это надо? Да. Мы никого не провоцируем. Дальше снимай. Все. Ну, когда нету, это моя вина? Нету горизонтальной нет, разметки. Моя вина. Когда нет горизонтальной это вина разметки. Водителя, да? Это ну, горизонтальная да. Нет, это вина водителя? Нет. А почему вы когда нет провоцируете разметки, людей чем тогда? Чем надо руководствовать? Знаками. Какими? Ну вот стоят знаки. Да это я не знаю, вот куда знак. Показывать это вот знак, где, что. Там знак, везде ты мне здесь разметку 20, покажи, да. Потом мы с тобой скажи, поговорим. Везде это инвалид, виноват да, или не виноват этот да. Человек. Том, что есть вы слышали звон, не знаете, где он, короче. Ну, сами, как вы люди, да? Вот посмотри, ты приехал на обстановку, вот. Да? Зачем он должен был его штрафовать? Сейчас, сейчас. Александр! Так, нарушитель был оформлен по 12.19 часть 2. Освободили. Большое спасибо вам всем. Так, что сейчас будет? Бля. Че? Че, уезжают, что ли? С ним? Инспектора, да. Они пристегиваются. Мы поедем. Все, наверное, забрали водил. Ну а зачем? М? А зачем его забирать? Не знаю. Уже а уже поехали, да? Точно. А его куда? А? А по 20.1, да? А это у меня видео есть там, если ну, что. Если человек будет отрицать, то, конечно, если угу. Вас пригласили. Ну все, до свидания, вы спасибо. Вы заявку делали, правильно? Не, я заявку не делал. От кого заявка была? От второго участника? Не, не было ни от кого. Как не было? Две заявки отсюда с ленты. Ну, у меня по нарушению ПДД было. Ну, по нарушению ПДД. Да. Там же есть ваш номер телефона, я за это да, да. Ну, все, если что, мы вот прозвоним, mm-hmm. До свидания. Так, ну, Александр, вы забрали в отдел по 20.1 мелкое хулиганство. Mm-hmm. Вот то, что он матерился, будет оформлен. Mm-hmm. Я думал, они его куда-то подвезли. Так, ну, в общем, уехали инспектора. А он командир. Задержали гражданина по 20.1 мелкое хулиганство. Да. Если я, например, законный такой, с эмблемой, с той, зарегистрированный, я ушел, меня как никто не эвакуировали. А то бывает. Ну, она хорошо у меня смотрит, это бывает сковыривает. Если знака нету, то эвакуация нет, там. Знак там, внутри. Ну, лучше вот на торпедку вот так. Да. Не, он знак на стекле. А на стекле еще там остался. Который раньше был. Ну да. А он еще. Уберите машину на парковке для инвалидов. Так, ну в общем поработали, Александр. Уже и задержали гражданина по 20.1 да, мелкое хулиганство. Да, повезли в отдел в Оксайске. Вот. Остается один автомобиль. Нету знака. Вот он второй автомобиль. А так да, пошли, вот водителя предупредили. Пошли.
общем, как-то так, друзья, навели порядок на гипермаркет Лента. Всем до скорой встречи. Рейд окончен. Рейд был на гипермаркет Лента, Аксай. Аксайский проспект, дом 2. Всем до скорой встречи.